рисую за тем, чтобы выразить, отразить свое понимание происходящего, зафиксировать свою позицию и донести ее до людей. И, может быть, каким-то образом повлиять на них. Для тех, кто политикой не занимается, кто ходит только на работу, кроме работы и домашних дел ничего не знает и отдыхает у телевизора. Вот и все. России. Девушки с цветами флагов Украины и России стоят, изображают дружбу. Это плакат советских времен. И что мы имеем сейчас? Вот. Все это рухнуло, и только можно ностальгировать по ушедшему времени. В мои годы уже, я уже все перебоялся всего, да, хватит. То есть ко мне, если и будут какие-то претензии, так, но никто особо не пострадает, если